Эта сессия перед летними каникулами последняя, поэтому в повестке вопросы, решение которых отложить или затягивать просто невозможно. Один из таких – поправки в бюджет текущего года. Доходы республики выросли на 2 с лишним миллиарда рублей. То, что мы сократили несколько месяцев назад в бюджете Удмуртской республики, по сути, этими поправками восстанавливается. Самую существенную прибавку получил дорожный фонд свыше 1 миллиард рублей. Предусмотрели деньги на погашение долгов перед строителями. 500 000 – на софинансирование строительства школы в Ижевском микрорайоне Столичной. Добавили деньги на программу «Школьное питание». После отдыха госсовет начнет верстать бюджет следующего года. И в нем появится новая статья расходов. На этой сессии депутаты закрепили за Завьяловским районом статус «Пристоличного» и дополнительное финансирование. Закон приняли во втором окончательном чтении. Правда, сумма по сравнению с той, что была в проекте, уменьшилась почти вдвое. То, что сумма поменьше, это нисколько нас не расстраивает. Мы и здесь уже сможем сделать в виде конфетки какие-то вопросы. И люди это почувствуют. Дополнительные деньги от республики завьяловцы планируют в следующем году потратить исключительно на коммуникации. Уровень газификации в районе всего 30%, и с водоснабжением проблемы. Впрочем, куда пойдут 72 миллиона рублей, район обязан будет согласовать и с госсоветом, и с правительством. Откуда взялась эта сумма, объяснил спикер. Мы, принимая этот закон, хотели посмотреть, как можно поддержать другие районы через другую систему финансирования и поддержки, по-душевому. Здесь именно предусмотрели по-душевой подход. На каждого жителя Завьяловского района по 1000 рублей. Это не на выплату заработной платы, а именно вот на строительство, на реконструкцию. В последующем, поясняет руководитель госсовета, такую же схему софинансирования будут применять и к другим районам республики. А от главы депутаты сегодня получили еще один наказ – просчитать возможность снизить налоговую нагрузку на инвесторов. Федерация готова со своей стороны освободить таких предпринимателей от налога на прибыль. Региону тоже надо над этим подумать. К обсуждению этого вопроса депутаты вернутся уже на одной из осенних сессий. Оксана Худякова, Андрей Бусыгин, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия».